Добрый день, уважаемые дамы и господа. Я, Геннадий Кацов, приветствую вас в нашей программе, в которой мы рассмотрим основные актуальные темы прошедшей и проходящей недели с гостями нашей передачи. Я их сразу хочу представить. С нами на связи Дионис Спектор, блогер и, я бы уже сказал, политолог, поскольку Дионис довольно часто, периодически публикует свои комментарии по поводу тех или иных политических событий у нас в стране происходящих и за рубежом. Дионис, приветствую вас. Здравствуйте, рад видеть. Взаимно рад вас видеть. И второй гость нашей программы Джон Варолли, журналист. Джон, приветствую вас. Спасибо за приглашение. Спасибо вам, Джон. Джон был в 90-х, в 2000-х корреспондентом «Нью-Йорк Таймс» и агентства «Блумберг» в России, поэтому он так замечательно говорит и понимает по-русски. Джон, еще раз приветствую вас, всегда рад видеть вас в нашей программе. Итак, Палата представителей Конгресса поддержала повышение потолка госдолга страны на 2,5 триллиона долларов, и теперь госдолг 31 триллион 400 миллиардов долларов. Законопроект одобрили 220 законодателей, 212 проголосовали против, сразу можно сказать, кто это, республиканцы. Ну и теперь документ, он был направлен на подпись, и Джо Байден на этой неделе, президент страны, этот документ подписал. Ну, вот. Вот такая ситуация. Дионис, как вы ее прокомментируете? С одной стороны, у нас теперь госдолг 31 триллион 400 миллиардов долларов. С другой стороны, у нас еще есть ряд программ в триллионы долларов, которые предлагает Байден, и которые, ну, видимо, приведут к тому, что и в следующем году нужно будет госдолг поднимать. Ну, знаете, еще в августе текущего года, насколько я помню, значит, США начал действовать потолок госдолга, который был пристановлен Конгрессом, значит, 2 года назад. Насколько я помню, значит, лимит после двухлетия заморозки составил около 28,5 триллионов. Значит, Министерство финансов США во главе с Джанет Йеллен, значит, сообщило о дополнительных чрезвычайных мерах. Вот. Здесь я хочу более подробно остановиться о дополнительных чрезвычайных мерах. Мы об этом слышим сначала президентства Байдена, значит, и перед тем, как вообще говорить о госдолге, я бы хотел бы вернуться вот в эти 11 месяцев, которые произошли. Знаете, была такая фраза: мы сначала, значит, создаем проблемы, а потом героически начинаем их преодолевать. Все действия Министерства финансов во главе с Джанет Йеллен, все действия администрации за последние 11 месяцев президентства Байдена привели к тому, что мы имеем самую высокую инфляцию за 41 год. Такого никогда не было. Значит, у нас передо мной и пример того, как, например, дела обстояли в Америке год тому назад. Значит, при президентстве Трампа не было инфляции, был нормальный бензин. Практически никто не говорил о дополнительных чрезвычайных мерах. Вот. Ситуация с ковидом, которой сейчас будут прикрываться демократы, она не работает, потому что самый тяжелый первый год ковида все-таки он пришелся на президентство Трампа. Я вам скажу, что для простого американского обывателя, я, например, считаю себя простым американским обывателем, знаете, я не буду вникать в цифры. И если вы, значит, выйдете на улицу и остановите, значит, любого американца и скажете им о том, что вот госдолг там 480 миллиардов, для него идут эти цифры. Основным показателем является тот факт, что, например, год тому назад среднестатистический американец шел в магазин Costco и тратил $100. Сегодня он тратит $270. И вот это будет основополагающим фактором того, что сделала действующая администрация за последние 11 месяцев. Поэтому все эти вот инсинуации, которые сегодня делают демократы, хотя вы знаете, я вам скажу, что демократы меня не удивляют. Демократы ведут себя как честные мерзавцы, как такие политические наперсточки, но честные. Меня больше всего поражает, значит, позиция некоторых наших республиканцев, в частности, я совершенно не могу понять позицию Мита МакКоннелла, которого нельзя назвать новичком. Это политический тяжеловес, это человек, который долгие годы сидит, значит, в Конгрессе, и, значит, совершенно непонятно, почему 2 или 3 дня назад у них произошла тайная встреча или тайная сделка произошла с Шумером, которая вообще сегодня позволит
демократам в любое время дня и ночи без всякого обсуждения, просто повысить госдолг. То есть практически сейчас у нас такая ситуация, когда демократы смогут, значит, не созывая людей, ничего не делая, повысить госдолг, причем там цифра летает в облаках. Все это приведет к еще большей инфляции, о которой уже никто не скрывает. Если вы послушаете заявление, значит, министра финансов Джанет Йеллен, если раньше они как-то стеснялись, как-то чего-то боялись, как-то у них было какое-то смущение. Они говорили о том, что вот да, вот мы затраты делаем, мы хотим помочь людям, у нас инфляция. Сейчас уже практически никто этого не стесняется. Инфляция становится совершенно обыденным явлением нашей жизни. И, значит, за 2 недели до Нового года нам объявили о том, что, ребята, все хорошо, госдолг будет повышен, надо повысим до тех цифр, которые сочтем нужным, инфляция будет продолжаться. Поэтому в этой связи мне, значит, очень понравилась реакция президента Дональда Трампа, которого он не имеет юлить, он не имеет намекать. Он совершенно прямо высказался, значит, по поводу действий Митта МакКоннелла, который сказал о том, что никогда демократы этого не оценят, никогда они не пойдут на уступки. И, значит, была возможность сделать филибастер. Это когда, значит, принимается решение, но, скажем, ни один республиканец не принимает в этом участие, не голосует. Но даже этого не получилось, и сейчас получается, что это как бы совместное решение двух палат. Вот. Ну и известный мем, который стал уже таким очень популярным призыв республиканцам, как сказал Трамп, избавьтесь от Митча. Мне очень понравился такой новый мем. Вот. И, к сожалению, я не вижу никаких ближайших решений, которые могут повлиять на то, что вот они отменят этот госдолг, или это хоть как-то повлияет на инфляцию. Наоборот, инфляция будет расти, причем это уже все признают. Вот. Ну что, остается одна надежда на то, что все-таки 22-й год не за горами. Вот. И очень бы хотелось, чтобы выборы в Конгресс и Сенат оказались плодотворными, результативными, и тогда, значит, возможны какие-то перемены. Пока, к сожалению, перемен никаких я не вижу. Вот, значит, и нам всем приказано затянуть пояса. Вот что мы сделаем. Вот, и все-таки я очень большие надежды возлагаю на 22-й год, в надежде на то, что все-таки к власти придут здравомыслящие люди, которые, значит, смогут эту проблему как-то решить. Да, мы все возлагаем надежды на 22-й год. Джон, перед тем, как принять вот увеличение госдолга, были внесены вот эти поправки. То, о чем договорился, собственно говоря, вот сейчас Денис сказал, сенатор Шумер и Митч МакКоннелл, представитель республиканского, ну, будем говорить, наверное, меньшинства в Сенате, хотя там 50-50, но, тем не менее, голос Камалы Харрис, он будет критическим и необходимым демократам, и поэтому говорится о том, что в Сенате все-таки большинство. Так вот, нововведение, оно дает возможность повысить потолок госдолга простым большинством. В настоящее время простое большинство демократов как раз и в Палате представителей, и в Сенате. В Сенате 50-50, но и учитывая голос Камалы Харрис, 51 голос они имеют, поскольку при раскладе ничейном вступает в дело вице-президент, а вице-президент представляет демократическую партию. Ну, значит, здесь очень интересный момент, это уже внес Байден. Байден ограничил время обсуждения этой инициативы, только этой, и запретил вносить в нее поправки. При этом подчеркивается, что упрощенная процедура предназначена для однократного применения и будет отменена после 16 января 2022 года. Это, конечно, удивительный вариант. Для того, чтобы протолкнуть эту инициативу, нужно было внести эти поправки, которые действуют только по отношению к этой инициативе. То есть у нас существуют законы, а затем мы вносим какие-то поправки, которые временные, и которые к этому закону что-то дополняют или его отменяют. Но вот такая у нас существует ситуация. Это, конечно, на мой взгляд, это очень интересно отметить. И я хотел бы задать вам вопрос. Вы, поскольку здесь, в Соединенных Штатах, родились, а что-то подобное вы видели вообще вот при вашем существовании здесь, в Соединенных Штатах? Нет, абсолютно ничего подобного не видел.
Но, Геннадий, как вы знаете, за последние 2 года мы много видели, которые никогда не было в истории США. Просто хочу немножко сейчас говорить о контексте. Я буду повторить то, что мы все знаем. Но давай это повторить, чтобы мы не забываем контекст. А, 1,5 года назад боевики Демпартии устроили восстание, настоящее восстание в наши города. Сожгли наши города, устроили беспорядок. Потом был, как много журналистов и исследователей, много экспертов говорят, была фальсификация президентских выборов. Это подтверждает, много фактов подтверждает, что была фальсификация. Но фактически то, что мы видели в прошлом году, был захват власти. Самый настоящий захват власти. Пусть 95% СМИ будут отрицать это, но мы знаем, что это 95% СМИ, крупные СМИ, они под контролем Демпартии. Поэтому они будут говорить, что это самые честные выборы за всю историю. Ну, как в Северной Корее. Вот настолько честные. Поэтому давай не забудем, в какой стране мы сейчас живем. Мы мало отличаемся от России, от Китая. И то, что мы сейчас видим, ну, республиканцы, демократы обсуждают бюджеты. Ну, это фактически подтверждает, что у нас двухпартийная диктатура. Не однопартийная диктатура, скажем, как в России. Но двухпартийная диктатура. Они, в конце концов, будут договориться. Республиканцы прекрасно понимают, что им тоже выгодно играть, ну, играть, to play, like in English, да? Играть с демократами, тоже вытащить много денег из бюджета за счет народа. И потом республиканцы прекрасно понимают, что если они не будут играть с демократами, ну вот, у Демпартии что под контроль? Спецслужба, ну, налоговая инспекция. Ну, можно очень легко устроить проверку любого сенатора, конгрессмена и им объяснить, как надо голосовать. Ну, понятно, что Демпартия не будет всегда так жестко, но республиканцы умные, они понимают, что есть такая угроза, и мы понимаем, что Демпартия – это реально партия беззакония. Но еще раз, это восстание, которое было в прошлом году, в прошлом лете, подтверждает, что это партия беззакония. О, я еще не говорил, как это партия предателей, и это не привлечение, потому что мы знаем, как Демпартия сотрудничает с российской спецслужбой, с китайской спецслужбой, да, но мы все это знаем. Пусть это 95% крупных СМИ отрицает это, но факт есть факт. Поэтому давай не забудем контекст. Что такое Демпартия? Да, я хотел бы сказать, что мы остановимся в дальнейшем вот на этой теме. Прошлый год в примерно 60 городах при поддержке. Почему мы говорим о Демпартии? Поскольку мы говорим о вот этих волнениях после 25 мая, после смерти Флойда 25 мая. Это было в 2020 году. Все эти волнения, они как бы были организованы известными Black Lives Matter, Antifa, но поддержаны-то они были и мэрами, и губернаторами в демократических штатах. Мэры и губернаторы были демократы, поэтому мы можем говорить о том, что да, при поддержке демократической партии в течение 4 месяца примерно в более чем 60 городах Соединенных Штатов творилось беззаконие. Ну, это попытки, в общем-то, переворота временного с введением, я напомню, и у нас Национальной гвардии в Вашингтоне, к примеру, в городе Вашингтоне, DC. И здесь у нас в Нью-Йорке был объявлен комендантский час. Это масса убийств, 16 примерно полицейских были убиты, я думаю, что больше. Ну и так далее. Все эти погромы, мы все это прекрасно помним. Да, при поддержке демократической партии. И никому за это ничего не было. Вот это, конечно, удивительно. Известны организации, которые все это организовали. Известно, кто поддерживал. Ничего никому. Сотни миллионов долларов потеряны были в экономике. Но, опять-таки, все это сошло. Мы сегодня знаем, кто друзья, а кто враги Соединенных Штатов. Друзья – это, вот, видимо, те, кто творили вот это все беззаконие летом прошлого года, а враги это те, кто провели 3-4 часа в Капитолии 6 января. При этом вошли туда все без оружия. Но, опять-таки, к этой теме мы вернемся, но я хотел бы, чтобы мы опять-таки к госдолгу. Вот здесь интересный момент.
Денис, вы отметили по поводу Митча МакКоннелла. Республиканцы, они выступают против увеличения госдолга, и они пытались увязать голосование законопроектом о финансировании социальной сферы и борьбы с изменением климата. Он стоит 1 триллион 750 миллиардов долларов. Ну вот проект Байдена, который республиканцы как-то хотели обсуждать, видимо, обсуждать. Вот мы кладем на стол этот проект, а вы говорите о увеличении госдолга. Администрация Байдена этого добивается. 1 триллион 750 миллиардов. И вот здесь я процитирую. Сегодня все демократы в Сенате проголосуют за то, чтобы поднять лимит долга нашей страны на триллионы долларов. Если они протащат еще одну безрассудную волну роста налогов и расходов, это колоссальное увеличение долга станет только началом. Кто это заявил? Митч МакКоннелл, выступая в Сенате. Вот здесь у меня, Дионис, продолжение этой темы. Говорит он одно, а при этом он идет на соглашение с Шумером. То есть он немало сделал для того, чтобы инициатива демократов и была принята. Знаете, позиция Митча МакКоннелла для меня это самый противоречивый республиканец, потому что я помню другого Митча МакКоннелла, я помню человека, который славился тем, что он мог в тяжелые, значит, минуты разруливать ситуации. Сегодняшняя политическая игра Митча МакКоннелла, когда сегодня он договаривается с Шумером, а перед этим он выступает против повышения госдолга, а в результате, значит, демократы, все демократические хотелки и нищаки, значит, благодаря соглашательству вот этой тайной сделки, значит, воплощается в жизнь, порождает кучу вопросов. Вообще, Митч, а вы с кем? Вы вообще республиканец, причем вы всю жизнь были республиканцем. И, значит, я не любитель вот этих конспирологий, но позиция Митча, она совершенно мне непонятна. Значит, он играет как бы на два фронта. Он заигрывает с демократами, и тут же он значит, ведет себя как жесткий республиканец. Но, знаете, любого политика мы всегда будем характеризовать, осуждать не потому, о чем он говорит, а потому, что он делает. Сегодня позиция Митча МакКоннелла, к сожалению, не сильно отличается от позиции демократов. Он, в принципе, благодаря этой его позиции, значит, приняли повышение госдолга, и это факт. Вот и от этого мы будем исходить, и поэтому я считаю, что абсолютно прав Дональд Трамп, который сказал о том, что с Митчем ничего никогда мы не выигрываем, никогда демократы этого не оценят, никогда не будет такого варианта, когда, значит, республиканцы будут в тяжелом положении, а они об этом вспомнят. Нет, этого не произойдет. Поэтому, значит, таинственная позиция, странное поведение Митча МакКоннелла. Знаете, у меня нет вообще ответа на этот вопрос. У меня такое ощущение, что он ведет просто какую-то тайную игру. Вполне, ну, знаете, я не люблю этих придумок и конспирологий. Вполне может быть, что чем-то напуган, есть какой-то компромат. Потому что не может человек так себя вести и вашим, и нашим. И меня очень сильно, значит, огорчает, поэтому единственный момент, ну, что мы не можем изменить ситуацию, Геннадий. Мы в минимум есть, что есть. Сегодня есть Митч МакКоннелл, другого не будет. Как минимум до конца, значит, до ноября 2022 года мы не будем иметь другого, значит, спикера республиканского. Поэтому, значит, мы будем исходить из того, что есть. И опять-таки я вынужден повториться и сказать о том, что вся надежда на 2022 год. Вот, и пока каких-то таких цунами, которые со стороны республиканцев, политических цунами, которые могут что-то поменять. Возможно, они есть, я их не вижу. Джон, мы говорили, вы сказали о том, что деятельность демократов, сегодня демократическая партия, она антиамериканская, что речь может идти о предательстве по отношению к американцам. В немалой степени, если мы возьмем внешнюю политику, если мы возьмем то, что происходит сегодня у нас в Соединенных Штатах, то есть внутреннюю политику, демократы, они делают то, что они хотят делать. Я уже не говорю о ситуации на границе, то есть они увеличивают свой потенциальный электорат за счет действительно предательства границ Соединенных Штатов. То, что у нас происходит на юге, это просто уму непостижимо. Причем, вот слава богу, останьтесь в Мексике, это программа Трампа. В результате суд 5-го округа утвердил, сказал, что Байден не может эту программу просто отложить в сторону, она будет продолжать действовать. А так, если бы все решалось так, как нынешний президент и его администрация хотят, то мы бы имели
ну, просто катастрофу, что мы уже получили в результате, причем в самых разных направлениях. Мы говорим не только о нелегалах, которые сюда приходят, претендуют там на все, что угодно, и получают это, начиная с Медикейда, но и о медицинской ситуации. С одной стороны, мы ужесточаем контроль над американцами, не дай бог зайти сегодня невакцинированному на выставку или в какой-нибудь ресторан. С другой стороны, у нас каждый месяц проходит 200 тысяч человек через южную границу, больных непонятно чем, непонятно с какими намерениями, с какими целями. То есть я понимаю, когда вы говорите об антиамериканской деятельности нынешней администрации, но мы только что заговорили о республиканцах. Вот как вы оцените деятельность сегодня республиканской партии? Ну, исходя опять-таки из ее оценок, высказанных Трампом, тоже можно от этого отталкиваться. Джон. Ну, я могу только предполагать, потому что я не член республиканской партии, я с ними не общаюсь. И, между прочим, очень интересно, я раньше всегда считал себя демократом, и потом я даже попытался стать активно работать в республиканской партии. И они абсолютно не отреагировал, не отвечал на мои письма. Я думаю, странно, потому что я предлагаю быть там помощником, добровольцем. И они абсолютно не были интересны. Я понял, что у них есть своя группа, и только своих пускают туда. Я это вижу, и знаешь, я живу в штате Нью-Джерси, и недавно у нас были выборы. Тоже абсолютно фальсификация. Кандидат из Демпартии победил, еще раз, абсолютно фальсификация. Даже НПР, либеральное радио, я слушаю НПР. И они сделали сюжет на эту тему. Насколько все это было смешно, очевидно, что это машина, преступность помог Мерфи победить на выборы. Я даже был в шоке, что НПР, ну не так грубо, как я сейчас говорю, но фактически они это говорили, что машина Демпартии обеспечила победу. Я напомню нашим телезрителям, что мы сейчас говорим о выборах, которые прошли в этом году, Вирджиния и Нью-Джерси. Вот в Вирджинии победил республиканский кандидат, а в Нью-Джерси в начале, ну все, в общем, повторилось так, как это было в 2020 году на президентских выборах. В начале в Нью-Джерси выигрывал республиканский кандидат, потом что-то случилось, как-то машины остановились, подсчет остановился, это произошло уже ночью, а потом начал выигрывать демократический кандидат. Да, Джон? Пожалуйста. Да. Я это говорю, потому что наша республиканская партия не особенно сопротивлялся. Народ хотел подняться и сопротивляться. Собрался много там группов на Facebook, но я видел, как руководство республиканской партии не особенно хотел какой-то тяжбу, какой-то конфликт с Демпартией. Я это все говорю, потому что, еще раз, в конце концов, республиканская партия, им лучше договориться, даже если они проиграют, лучше договориться с Демпартией, чтобы Демпартия их не будет особенно трясти и беспокоить. Как бы, окей, Демпартия, вы победили, но у нас своя территория, дайте нам хоть это своя территория, оставь нас в покое, мы не будем особенно шуметь, не будем понять народ, только дайте нам спокойство. Вы возглавляете, вот, пожалуйста, все федеральное агентство в руках Демпартия. Я сейчас уже не говорю Конгресса, я говорю аппаратура федерального правительства. Понятно, что все СМИ, Wall Street, крупные технологические компании. Но республиканские партии понимают, что просто огромная власть в Демпартии. Они могут в любой момент, Демпартии могут полностью уничтожить республиканские партии. В любой момент. У нас такого никогда не было в истории, когда у одной партии было столько власти. Я сейчас говорю о неофициальной власти. Еще раз, финансовой, технологической. И медиа, понятно. Вот проблема. И как с этим быть? А республиканские партии просто как испуганные мальчики будут, ну, договориться, ну, оставьте нас в покое. И, пожалуйста, мы не будем особенно шуметь. Вот у меня такое ощущение. Но это чисто мое ощущение, как когда я изучаю факты и то, что происходит в стране. Да, нет, ну они, наверное, близки к тому, что есть реальность. И я должен сказать, что мы говорим сейчас, с одной стороны, о том, что на стороне демократической партии то, что вы перечислили, это бесспорно. Мы даже это видим по тем же самым американским телеканалам, где, ну, там один, два, три телеканала, и только один из них такой вообще национальный и значимый, это Fox. Вот. А несколько других, которые не так активно смотрят, как, к примеру, CNN,
CNN, MSNBC и так далее. Вот. Это мы и сами видим. Но, с другой стороны, вы говорите о том, что и там, и в Демократической партии, и в Республиканской это номенклатура. А номенклатурщик номенклатурщика поймет и пойдет на сговор, как это вот было с Митчем МакКоннеллом и с сенатором Шумером. Поэтому Трамп так и отличался от них. Он не номенклатурщик, он не политик, он не из этого круга. Он и говорил о том, что это deep state, это все болото, в котором можно всегда, да, там втихаря как-то друг друга найти и договориться. Вот о чем мы сейчас говорим. А здесь давайте перейдем к другой теме. Президент Байден в среду посетил штат Кентукки, но он лично, видимо, приехал туда, чтобы оценить ущерб от серии торнадо, в результате которых погибли не менее 70 человек, 74, сейчас называются большие цифры, речь идет примерно о 100, поскольку масса людей пропали, они в розыске. Ну вот в ходе визита Байден ознакомился с последней информацией о ликвидации последствий ударов стихии. Они обрушились, напомню, на штат неделю назад, пятницу и субботу. При этом Байден посетил два пострадавших от торнадо города, Мэйфилд и Доусон Спрингс. Губернатор штата Кентукки, он еще во вторник заявил, что в штате пропали без вести более 100 человек. Большинство пропавших как раз и проживали в этом городе, Доусон Спрингс. Его население всего составляет там менее 3000 человек. Байден объявил режим чрезвычайной ситуации в Кентукки. И вот когда он туда приехал, он, кстати, побывал там, он объявил чрезвычайную ситуацию в соседних штатах, Теннесси и Иллинойс. Так вот, когда он туда приехал, зашла тема, появилась тема, которую следовало ожидать, об изменении климата. Вот изменение климата, надо с ним бороться, с изменением климата, а иначе будут вот эти торнадо сопровождать нас всю жизнь. Это противоречит интереснее всего статистике, поскольку за последние вот десятилетия как раз торнадо по отношению к предыдущим десятилетиям, простите, количество торнадо было гораздо меньше. Но тема изменения климата – это конек Байдена и не только его, демократической партии. Вот это все обязательно нужно было протолкнуть, вот весь этот состав, в эту трагедию. Дионис, ваш комментарий. Ну, прежде всего, это большая человеческая трагедия. Я воздержусь от всех этих конспирологических версий, которые я прочитал, наверное, вы прочитали, о том, что, значит, было замешано оружие массового поражения. Я даже не хочу это осуждать. Это большая-большая беда, это трагедия. Я хочу высказать соболезнования безвинным жертвам. Знаете, штат Кентукки находится совсем недалеко от нас. Вот это где-то около 6 часов от нас, я достаточно часто там бываю, я совсем недавно, кстати, был в этом штате. Значит, это вот такой типично американский штат с очень небольшим населением. Население штата Кентукки где-то 4 миллиона и 460 тысяч человек. Там нет больших мегаполисов, там нет Чикаго и Нью-Йорка. У них есть два крупных города. Первый город – это город Луисвилл, который считается самым таким большим городом. Там проживает около 600 тысяч человек. И второй город, он чуть поменьше. Это город называется Лексингтон, в котором проживает где-то около 300 тысяч человек. И у них в штате Кентукки очень уютный город, который является столицей этого штата. Это город называется Франкфорт. Там вообще я был в этом городе. Маленький городок с населением, по-моему, 27 тысяч человек. Знаете, когда вы едете по штату Кентукки, вот в какой-то момент вы себя словите на мысли, а где вы вообще находитесь, то ли в Украине, то ли в Белоруссии. Дорога, слева сельские угодья и справа сельские угодья. Очень уютный, очень добрый, очень американский штат. Значит, о таких штатах говорят, знаете как, Америка, Америка. Значит, в таком штате Кентукки, если вдруг кому-нибудь в голову пройдет, значит, такая идея снести памятник основателям, то этого человека снесут еще до того, как он захочет это сделать. Очень-очень-очень такой добрый штат, и я вам хочу сказать, что в штате Кентукки, кроме того, что он славится известными виски «Бурбон», я даже знаю людей, которые специально едут, и, значит, у них эти всему миру известные, значит, вот эти дерби, вот лошади, скакуны, там все вот очень-очень-очень хорошие люди, вот такие, значит, простые люди. И вот то, что это произошло, знаете, меня поразило то, что, наверное, все видели эти ужасающие кадры, как это вообще произошло. В основном, если вы обратили внимание, были снесены не кирпичные дома, ну, я их называю такие
мобильно-панельные постройки, значит, которых просто снесли, они развалились, как спичечные коробки. Вот это очень трагично, это очень печально было видеть. Вот это, конечно же, очень большая трагедия, не имеющая никакого отношения, значит, к климату. И, знаете, был такой Рэм Эммануэл, бывший мэр города Чикаго, который был член команды Обамы. Так вот, он говорил такую фразу, которую вот вся один партия взяла на вооружение, что если происходит кризис, нужно использовать для дела. Значит, этот пиар на костях, который сейчас устроили демократы, которые пытаются связать вот большую человеческую трагедию с тем, что это имеет какое-то отношение к климату, это даже не хочется обсуждать, это ужасно, это антиморально, это вообще связывать нельзя. И вообще нельзя никогда устраивать пир на костях погибших людей. Вот. Там очень сильно пострадала, значит, свечная фабрика, где производят свечи. Если вы видели эти кадры, вообще жутко было смотреть, когда практически вся фабрика, которая вот там работала много людей, и они просто развалились. Поэтому совершенно прав губернатор штата Кентукки, что точного количества погибших неизвестно. Вот. Значит, приезд Байдена в Кентукки. Но я вам скажу, что это был декоративный приезд. У Байдена сейчас вообще большие проблемы куда-то приехать. Его нельзя привезти в людные места, потому что если его привезут на стадион или где-то будет много людей, значит, мы все прекрасно знаем, что начнутся, мы знаем прекрасно, что он начнет выкрикивать. Поэтому его привезли совершенно ненадолго туда. Значит, визит этот носил чисто, я бы сказал так, формально декоративный характер. Меня больше впечатлила вот женщина, которая, значит, она владелица бара. Вы, наверное, видели эти картинки, они все видели, когда вот завалы. И вот она поставила свой вагончик, и все люди, которые там проезжали, значит, они совершенно всем бесплатно выдавали, значит, эти пайки. Это было очень душевно. Вот. Я очень надеюсь, что штат Кентукки, он небольшой штат, что они выстоят. Я надеюсь, что вот этот вопрос по поводу вот этих панельно-мобильных построек, домиков, которые снесло, наверное, надо как-то решать, и, наверное, на их место должны быть построены вот такие, значит, кирпичные постройки. Вот. Ну что, это большая трагедия. Это очень большая трагедия. Я считаю, что это трагедия не только штата. Это вообще всеамериканская трагедия. И я все-таки надеюсь, что в течение, может быть, года там будет все восстановлено. И Кентукки будет продолжать радовать людей. И там будут продолжать продавать их виски бурбон. Я думаю, что скачки там будут продолжены. Нужно время. Самое обидное – это то, что людей нельзя вернуть. Вот безвинные жертвы – это вот самый ужасный. А когда левые сейчас начинают говорить о том, что они пытаются то вязать смены климата, ну, это просто, понимаете, это даже обсуждать этого не хочется. Джон, ваш взгляд, ваш комментарий. Ну, я абсолютно согласен с нашим коллегам, поэтому, может быть, мало добавлять, но я как человек, который сейчас, я объясню, моя работа в основном это отслеживать тему энергетику и климата. И поэтому меня очень и удивляет, и в это время очень неприятно, когда политики эксплуатируют эту тему. Что тема энергетика и климат, да, это важная тема. И есть вопросы, которые надо решить. Надо решить важные вопросы в плане окружающей среды, чистота нашего воздуха, воды и всего планеты. Это понятно. Мы все хотим чистый воздух, мы все хотим чистую планету. Но когда политики эксплуатируют и утрируют, преувеличивают угрозу, они преувеличивают угрозу до такого степени, что просто умный, образованный человек в шоке. Потому что это видно, что это жульничество. Это они настоящие жулики. Извини, но еще раз, Демпартия, кто еще? Потому да, проблема есть. Это проблема. Это не existential threat, как они говорят. Прошу прощения, не знаю, как по-русски. Но смертельная угроза, скорее всего, да? Вопрос климата – это не смертельная угроза всего человечества. Мы все понимаем это. Мы понимаем это, потому что мы видим это. Есть такие штормы каждый день? Нет. Как часто? Ну, не очень часто на самом деле. Но может быть чуть-чуть почаще, чем обычно. Но на самом деле это неправда, что сейчас
такой climate crisis, что уровень океана поднимается. Нет, уровень океана такой же, как было в мое детство. Абсолютно такой же уровень. Не поднимается. Перестаньте врать, господин Демпартия, который еще раз хочу подчеркнуть, раньше я был с вами, сейчас нет. Потому что эта партия не столько, не просто врет, она пугает людей, разжигает ненависть, разжигает страх. Climate crisis, конец света. Понимаешь, такое ощущение, что да, Демпартия превратился в тоталитарный культ. И знаешь, да, тоталитарный культ обычно говорит, о, скоро конец мира, скоро конец мира. Это типичный случай тоталитарного культа. Поэтому, извини, если я это все как-то повторяю, но реально люди должны проснуться, американцы должны проснуться. Это не нормальная политическая партия, это не адекватная политическая партия. Как раз Демпартия является смертельной угрозой для нашей страны. Что мы будем делать? Я должен сказать, что я немножко иначе это вижу. Я как раз вижу, что вопросы изменения климата, они как раз экзистенциальные с точки зрения того, что климат-то меняется. И меняться он должен просто потому, что мы существуем в нашей галактике. В нашей галактике все имеет свою периодичность. Мы неоднократно об этом говорили. Климат меняется по мнению, всего сообщества. Общество ученых в течение 29 тысяч лет. Я об этом неоднократно уже говорил. До середины, до 14,5 тысяч лет. Мы сейчас находимся где-то на четвертом тысячелетии. Климат идет к потеплению. Потепление наблюдается через 10 тысяч лет. Начнет маятник двигаться в другую сторону, ко всеобщему похолоданию. И в 29 тысяч лет, если мы будем говорить в таких масштабах рассуждать, там все замерзнет. И опять-таки экватор станет холодным. А льды, они все растоплены будут. Это другое дело, что это не сегодня произойдет и не завтра произойдет. И здесь, на мой взгляд, главная проблема, которую нам навязывают, не тема изменения климата. Климат меняется за тысячелетия, он будет меняться. Но вот другое дело, что никуда мы от этого не денемся. Насколько можно бороться с изменением климата? Видимо, можно бороться с изменением в окружающей среде, загрязнение окружающей среды, pollution, то, что вы говорите. Нам всем хочется чистый воздух, нам всем хочется чистую воду. Вот с этим можно бороться. А изменение климата – это все равно, как, я не знаю, бороться с ветряными мельницами Дон Кихоту. Так что здесь просто запугивание идет, потому что речь идет о миллиардах, наверное, триллионах финансов, которые вкладываются в борьбу с изменением климата. Бороться невозможно в данном случае. И все это, конечно, большие натяжки, все эти планы к 2050 году. Мы будем зеленой энергией. Мы только говорили в пятницу с нашим корреспондентом из Лондона, что все это так происходит стремительно, что напоминает революцию, когда все до основания можно будет разрушить. А вот что мы построим, это трудно сказать. То есть мы уничтожим нефтяную промышленность, газовую промышленность, это все мы уничтожим. Мы с этим всем вопрос решим. А вот что мы построим, когда литиевая батарея, она стоит огромные деньги, которая используется как раз вот в этих машинах электрических, и когда изготовление этих батарей, мы знаем, оно, в общем-то, загрязняет среду достаточно серьезно. Но это уже другие темы, и я только хотел вот как раз это добавить, Джон, не знаю, насколько вы со мной согласны. Изменение климата, это то, что предстоит Земле, но не нашим поколениям, которые вот в обозримом будущем. Абсолютно, да. А еще одну тему я хотел бы, чтобы мы обсудили. Консервативный апелляционный суд. Собственно, мы к ней уже подошли. Это суд 5-го округа. Отказал администрации Джо Байдена в отмене программы, принятой президентом Трампом. Она известна как «Оставайтесь в Мексике». Ну вот, согласно этой программе 2019 года, мигранты, которые хотят получить убежище в Соединенных Штатах, должны ждать рассмотрения своих дел на территории Мексики. А администрация вот нынешнего главы, она отменила действие программы, но в августе окружной судья Техаса посчитал это незаконным, и его поддержал Верховный суд. Вот такая ситуация. Почему нужно было отменять действие этой программы?
Джон говорит о двухпартийной системе, но, видимо, мы идем сейчас к однопартийной системе, поскольку если в страну войдут только, мы говорили об этом уже неоднократно, за прошлый финансовый год, который закончился 30 сентября 2021 года, а начался он с 1 октября 2020, в нашу страну вошли 1 миллион 750 тысяч мигрантов. Это те, кто были схвачены за руку, те, кого посчитали. Я думаю, что столько же вошло еще и несчитанных. Так вот, их отпускали, забрав у них, к примеру, паспорт. Но я знаю, здесь у нас, в Нью-Йорке, эти люди без паспорта, они почему-то получают водительские права, они почему-то получают Medicaid, они, кстати, получают бесплатный проезд, то есть метрокарточку и так далее. Вот они совершенно спокойно, вполне возможно, когда они получают водительские права, они еще и регистрируются как избиратели, не то что не будучи гражданами Соединенных Штатов. У них нет даже грин-карты, у них нет места на жительство. Ну вот такая ситуация. Все это ведет к тому, что если их будут десятки миллионов, они будут действительно голосовать потом за демократическую партию, ну, не плевать же в руку, которая тебе дает, то тогда у нас будет в результате через там, 10 лет однопартийная система. Республиканская партия станет номинальной, а всем будет руководить демократическая партия. Дионис, ваш взгляд по поводу вот того, что действительно у нас происходит на южной границе. И оставайтесь в Мексике. Пока мы решаем ваши проблемы, вы перешли границу, мы вас поймали, мы вас отправили назад в Мексику, и ждите решения вашего вопроса. Ну, это замечательная программа. У нас есть две программы. Есть программа «Оставайтесь в Мексике», замечательная программа. А есть еще вторая программа, негласная, которая не говорит, называется «Сделать на зло Трампу». Все, что делал Трамп, все должно сейчас перевернуть. И я считаю, что тут сейчас эксперты, они по-разному оценивают решение Верховного суда. Значит, некоторые люди полагают, что, значит, вполне можно говорить о противодействии Верховного суда администрации Байдена. Но с моей точки зрения речь идет о том, что Верховный суд просто вернулся к истокам Конституции, и вот то решение суда, которое не приняли, оно просто, это больше вопрос не противостояния, с моей точки зрения, это вопрос о, значит, содействии законодательного, значит, порядка за тем законам, которые существуют в Америке согласно нашей Конституции. Значит, мы знаем о том, что в этом году 2,4 миллиона людей, нелегальных иммигрантов, значит, они перешли эту границу, их никто не проверял, никаких проверок на COVID, пожалуйста. Вот. Самым ужасающим фактом, который вот совсем недавно произошел, это когда нелегально под покровом ночи 70 самолетов, значит, привезли из Техаса, привезли во Флориду, по-моему, в Джексонвилл, нелегальных иммигрантов. Мы прекрасно знаем реакцию, значит, Рона Дезантиса, который сказал, что он сейчас хочет найти 8 миллионов долларов из бюджета для того, чтобы вот этих нелегалов, которые завезли туда, причем без согласования штата, без согласования ни с кем, чтобы их привезли в Делавэр, где проживает, значит, президент Байден, и Обама, который, в общем-то, инициировал эту программу. Я добавлю, кстати, Дионис, детей нелегальных иммигрантов, ну и их тоже родителей, их развозят по разным штатам, их сюда автобусы приходят, сюда в Нью-Йорк. Ну, это, видимо, государственная программа, явно, да, с поощрения демократической партии, скорее всего, демократическая партия, она и активизирована. То есть те, кто остается у нас в Соединенных Штатах, перешли границу до решения вопроса, их пока распределяют по штатам. Ну, вот это уже ситуация, когда, видимо, в будущем и произойдет этот дисбаланс, и не только в Нью-Йорке или в Калифорнии будет больше демократов, чем республиканцев, но будет, вот, стараются сделать то же самое и в Техасе, то же самое стараются и во Флориде. Те, кто к нам приходят, 1 750 000, если человек только за один год отправить во Флориду, то за 4 года можно там серьезно в потенциале изменить ситуацию. Да, Дионис? Ну, я бы назвал бы это беспределом федеральной власти. И, значит, мы все знаем о том, что Конгресс у нас существует, я называю, группа Хамаса. Каким образом у нас в Конгрессе появилась Рашида Тлаиб и Ильхан Омар? Это политика Обамы, которая заключалась в очень простых вещах. Из Сомали, из Палестины целенаправленно завозились люди. Например, они завозились в штат Миннесота, и они завозили штат Мичиган. Значит, в тот момент, когда это происходило, не было вот такого дизайнера, который мог бы об этом сказать. А дальше было больше. Дальше люди приезжали в Миннесоту. Вот, например, они компактно, компакт,
компактно селились. И потом они выбирали своего репрезентатива в Конгресс. Таким образом мы появились, значит, таким образом Америка получила Рашиду Тлаиб, которая, значит, из Детройта, и Ильхан Омар, которая из... которые выбрали из Миннесоты. Вот вам просто такой вот пример, для чего это делается. Это делается для того, чтобы, собственно, вы уже ответили на вопрос, это делается для того, чтобы, значит, потенциальные нелегалы, которые сейчас получат все права, чтобы они в будущем голосовали за демократическую партию. И то, что мы сегодня имеем в Конгрессе, значит, то, что мы сегодня имеем в Конгрессе представителей, которые ненавидят Америку, которые ни в этой, ни в следующей жизни не примут американские ценности, это все результат той политики, которую проводила, значит, администрация Обамы. А что происходит сегодня? Это продолжение той политики, которая вела. Ничего нового не происходит. И это просто вот большое счастье, что вот на политическом небосклоне Америки появился вот такой вот губернатор Дезантис, который, в общем-то, честный парень, американец, который, в общем-то, пытается бороться всеми доступными силами. И я все-таки надеюсь, что вот таких губернаторов, как Дезантис, у нас будет больше. И я надеюсь, что сопротивление будет возрастать. И, знаете, до сих пор я не слышал реакции, значит, администрации Байдена, как такое могло произойти, когда на 70 самолетах без согласования с руководством штата в Джексонвилл, такой маленький городок на севере Флориды, завозят иммигрантов. Причем это называется беспредел федеральной власти. Я это совершенно четко назову. Вот, и я говорю, сам факт того, что у нас есть такие люди, как Дезантис, он лично в меня вселяет оптимизм. Джон, ваш комментарий. Опять, как мы много раз обсудили, если смотреть этот процесс в более глобальный план, даже в исторический план, да, опять это все подтверждает, что идет установление диктатуры, одна партия в стране. Но я раньше сегодня говорил о двухпартийной диктатуре, ну как шутка, потому что двухпартийная диктатура, я это говорю, потому что понятно, что Демпартия не закроет республиканскую партию. Им придется продолжать вот этот театр. Как бы у нас двухпартийная система, а вот, посмотри, мы свободная демократическая страна. Но мы с вами, мы понимаем, что это не так. И я уже представляю, что какие-то люди не со мной не согласны. Но как? Это Америка. Это самый крепость демократии, свободы в мире. Извини, пожалуйста, но какой гарантии есть, что это всегда будет? Понятно, что ничего нет постоянного навеки в нашем мире, на нашей планете. Все меняется. Республика Рима не был вечен, да, и стал что? Ну, вы знаете, что стало. Германия была демократическая страна в 20-е годы, и потом что? Не просто демократическая страна, развитая, интеллектуальная, очень высокообразованная, и потом что стало? Что вы реально думаете, что такого невозможно здесь? Германия была самая развитая, да? Самая образованная страна. Поэтому давай расстаться с нашим, как по-русски, хубрис, okay. Гордыня, ложная гордость. Mm-hmm. Нет гарантии, что что-то не будет, например, то, что было в Германии. Нет, это, естественно, я полностью согласен. Конечно, нет гарантии от того, что все не станет хуже. И я должен сказать, что мы уже в одной из наших программ, я вспоминал как раз, ну, известную градацию у Платона, когда он говорит о том, что вначале страной руководили цари, потом аристократия, потом демократическое правление. Демократическое – это демос, то есть руководил народ. А четвертый план у него, когда охлократия. Охлократия – это когда страной руководит толпа. Так вот, мы к этому идем, потому что при демократии у нас голосовали и продолжают, как бы закон пока еще остается законом, голосуют американские граждане, голосуют граждане Соединенных Штатов, американский народ. Если решится то, что планирует демократическая партия, то будут голосовать то, что у нас сейчас происходит. Допустим, в Нью-Йорке вы можете не показывать удостоверение личности во время голосования, у вас даже его не спросят. И, в принципе, начинают голосовать толпа, люди, которые не имеют отношения к этой стране,
они не являются ее гражданами, они могут не разделять ее ценности, то, о чем говорил Дионис, и таким образом у нас будет охлократия. Так что никто от этого не застрахован, я совершенно с вами согласен, Джон. И, кстати, вот давайте перейдем теперь еще, у нас буквально там осталось минут пять. Генпрокурор столичного округа Колумбия Карл Расин подал в суд на ультраправые организации Proud Boys, это «Гордые парни», и Wolf Keepers, это «Хранители клятвы», в связи со штурмом Капитолия в ходе беспорядков 6 января текущего года. Я его процитирую, прокурора. Я подаю в суд на Proud Boys и Wolf Keepers. Мы привлекаем этих мятежников к ответственности, мятежников, за сговор, направленный на то, чтобы терроризировать столичный округ Колумбия посредством планирования, поддержки и участия в атаке на Капитолий, которая привела к человеческим жертвам, написал Расин в Твиттере. Ну вот, по его мнению, участники упомянутых организаций нанесли значительный ущерб Вашингтону, американской демократии и сотрудникам столичной полиции. Но, опять-таки, пусть он будет прав. Я даже не хочу касаться сейчас этой темы конкретно, 6 января. Сколько там было убитых, мы знаем о том, что убили сотрудники спецслужб или полицейские. Убил одну из демонстранток, женщину 36-летнюю, которая была американской военнослужащей. Опять-таки, это государственный переворот, не государственный переворот. Меня интересует сейчас другое. Вот это враги народа. Там 700 человек находятся под следствием, кому-то грозит до 20 лет, кто-то уже получил 1-3 года, другой 4 года. А вот то, что происходило у нас прошлым летом, это не кошмар, это погромы, это уничтожение власти на местах, закона и порядка на местах. Почему за это никому ничего не, никаких обвинений нет? Мы знаем организации, которые это проводили, мы знаем мэров и губернаторов, которые это поддерживали, но никого же за это не судят. Таким образом, страна разделяется. Вот это у нас, получается, хорошие преступники, а это плохие преступники. Дионис. Ну, я вам скажу, что еще до событий погрома последнего лета, я бы напомнил 2011 год, когда в Висконсине был захвачен Конгресс, вот, и две недели, значит, захватчики ходили, никому не было не предъявлено никаких обвинений, это уже история. В 2018 году, когда было дело Кавана, помню, как люди ворвали в здание Конгресса, я помню, как они сорвали заседание, и также помню о том, что, значит, они получили штраф 60 долларов. Был штраф за то, что не ворвались в Конгресс. И, Геннадий, вы понимаете, что надо правильно понимать демократов, у них больше ничего нету. Вот это восстание в кавычках 6 января, это единственное, что у них есть. И, знаете, на фоне того, когда все разрушено, на фоне того, когда, значит, Америка сегодня, в общем-то, страна, которая, вот как говорил Джон, она больше напоминает Венесуэлу, значит, когда вот на таком фоне ничего нет, для демократов события 6 января – это спасательный круг. Дионис, я это понимаю. Ничего... У нас остается буквально 2,5 минуты. Я хочу, чтобы еще сказал Джон. Дионис, опять-таки, пусть это будет государственный переворот, пусть за это люди ответят, это безобразие, то, что там происходило, и беспорядок. Я с этим полностью согласен. Мы не согласны с тем, что люди могут получить 20 лет, кто-то с этим согласен. Мы сейчас не говорим о 6 января. Почему никто не получает сроков, почему не расследуется то, что происходило в течение 4 месяцев более чем в 60 городах Соединенных Штатов? Вот в чем вопрос. Если вы говорите о законе, то и этих, и других должны судить. Вот да, я согласен говорю. С вами, я полностью согласен с вами, и вот эти погромы, которые нам подарила летом, значит, демократическая партия, их никто не расследует, не собирается расследовать. Такое ощущение, что мы живем в каком-то зазеркалье. Вот эти вопросы, они вот что-то остаются пока без ответов, я надеюсь, пока без ответов. Джон, вам слово. У нас буквально 1,5-2 минуты осталось. Итак, я еще раз говорю. Были убиты, называют 16 полицейских убитых. Я думаю, было гораздо больше. Погромы больше, происходили. Больше погромы. Люди остались инвалидами, их забивали битами и так далее. Я уже не говорю о том, что сотни миллионов долларов потеряли бизнесы. Кто за это ответит? Ведь это, получается, друзья американского народа. Если им все простили. А это, получается, враги американского народа. Тогда мы же живем при диктатуре. Диктатор определяет, кто хорош и кто плох, да, вне закона. Так. Пожалуйста, закон тогда не существует. Да, погромы прошлого лета были направлены против среднего класса. Это как раз сторонники американский народ, сторонники республиканцев. 6 января это было напротив
олигархия Демпартии, не против Демпартии, но против олигархии Демпартии. Вот проблема. Идет у нас, пожалуйста, ребята, у нас нет закона, у нас только беззаконие, голая борьба за власть. У нас закон один, закон джунглей. Все. Все. Я еще раз говорю, когда я вот сталкиваюсь с людьми, которые мне начинают рассказывать, что 6 января произошла ужасная вещь, ничего подобного в истории Соединенных Штатов мы не знали. Хорошо, оставайтесь при своем мнении, я с вами не спорю. Меня интересует, почему никто ничего остается без ответа за убийства, погромы, вандализм, уничтожение закона и порядка прошлым летом. Друзья, время подошло к концу. Мы еще можем, я понимаю, на эту тему долго говорить. Джон, Дионис, я благодарю вас за участие в программе. Дамы и господа, благодарю вас за внимание. До встречи в эфире. Всего доброго. Всего доброго. Спасибо большое.